Маргарита Симонян и Тигран Киасаян. Оба родились в России, но оба следят за происходящим в городах Армении. Я переживаю о том, чтобы Армения была процветающей страной, но в первую очередь я переживаю о том, какие отношения будут между Россией и Арменией. Потому что превратить, если вдруг это случится, превратить прекрасные, безоблачные, многовековые, замечательные отношения между двумя странами, которые много лет вообще-то были одной страной и очень немного лет не являются одной страной, превратить их в то, что сейчас происходит между Россией и Украиной, например, это было бы ужасно. Вы знаете, что в России больше армян живет, чем в самой Армении. Если кто-то, будь то Никол Пашинян или другой какой-то лидер, окажется не слишком большого ума и попытается эти связи разрушить и сделать из Армении какой-то там 51-й или уже 151-й американский штат, ну ничего хорошего из этого не выйдет. Не хотелось бы, чтобы исторические связи, родственность, реально переплетение невозможное, многовековое переплетение. Армения, заметим, сама в свое время попросила протектората у Российской империи. Сама. Она не была завоевана.